Борцы из Дагестана показали свой лучший результат на Кубке Ивана Ярыгина, который прошел в конце января текущего года в Красноярске. Среди призеров обладателем золота стал и каспийчанин Гаджимурат Рашидов в весовой категории до 65 килограмм. Это один из важных турниров у нас в России, отбор на Европу. И Олимпийский год, надо уже показывать себя, здесь попасть на Олимпиаду. Готовились, у нас было два сбора из Махачкале, были в хорошей форме. И по воле Всевышнего получилось выиграть. Любовь к спорту, по словам Гаджимурада, ему с детства прививал отец, который по совместительству является и его тренером. В 5-летнем возрасте молодой человек впервые встал на ковер и занимается данным видом спорта по сей день. Вначале, да, отец, конечно, все укладывал, все делал, все объяснял, как, что. С этого все начиналось. И, конечно, сам уже, когда уже начал уже давать результаты, сам тоже полюбил этот вид спорта. И начал наблюдать, которые боролись раньше. Смотрел, мечтал с ним сфоткаться. Как утверждает директор спортивной школы Олимпийского резерва «Энергия» имени Курамагомедова, Гаджимурат всегда подавал большие надежды и стремился к высоким результатам. Один из таких ребят, который за короткое время дал хороший результат, этот Гаджимурат Рашидов, когда еще он молодой был, тогда помню, еще тогда уже были перспективы у него. А то, что касается, сейчас вот хорошо он рекомендовал себя, на него смотрят, дети любят и смотрят, и очень сильно, когда команды, когда коллективы, когда вот так и действующий спортсмен, и на него равняются дети, и очень сильно хотят, практически наплыв детей, невозможно заниматься в зале место. Поэтому дает дополнительную силу, импульс, как бы дух ребятам. Курамагомед Курамагомедов отмечает, что помимо тренировок для спортсмена также важны как воспитание, так и учеба. У нас такая цель, у нас, как говорится, любой ценой, чтобы выигрывать. Нету такой цели, чтобы, как говорится, выжать последний сок из ребят. И, конечно, все это можно делать, но главная цель, чтобы они были правильными патриотами своей республики, семьи, чтобы они знали, что от них должна польза. Не только что силы применят на улице с кем-то, а здесь вот, это приобретает дружбу, братство. Вот это момент очень, чтобы их с них воспитать правильных людей. Отметим, что на счету Гаджимурада Рашидова уже немало побед. Чемпионат мира, Европы, России, летние всемирные военные игры, а также гран-при Иван Ярыгин. Помимо этого, в 2021 году вольник был удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие достижения, а также стойкость и целеустремленность, проявленные на играх 32-й Олимпиады 2020 года в Токио. Сейчас борец готовится к чемпионату Европы. На этот раз Рашидов решительно настроен на долгожданную победу на Олимпийских играх.